Итак, всем привет, дорогие мои друзья, снова с вами Намку, и сейчас мы будем играть в такую интересную игрушку, новую, Сакра 3, как-то так она, наверное, называется, но, как обычно, я произнес название игры неправильно. Ну, в общем, здесь, что могу сказать по игре, предлагают нам выбрать героя, на котором мы будем играть. Их количество, по-моему, 5, если я не ошибаюсь. Разные расы, разные способности. Паладин, лучник, малахимы какие-то. В общем, довольно странные названия у персонажей. Ну, я, наверное, остановлюсь на лучнике и возьму вот это вот. Я не знаю, кто он по национальности. Вроде не китаец, но очень похож чем-то. Люблю играть за лучников в таких играх. И здесь я также буду играть на лучнике. My apologies. The Resistance needs you all desperately to fight off Zane and his Ashen Empire. Some of you have been chosen as the greatest warriors of your people. And then there's me. This is my daughter Arya. She will guide you. She may be young and untested, but she is the best telepath we have. Thanks. Now, for the matter at hand. Helios, the pride of the Sephiri, was the last free city in Ancaria. Was? We have a saying, he who interrupts a storyteller spoils the end. As I was saying, the Sephiri people have long defended Helios, along with the heart of Ancaria, the land's most powerful artifact. I've seen it. It's as big as my head. And it's under attack. The Ashen Empire found a way around its Sephiri guards. Zane hired a mercenary named Cartel to infiltrate and pillage Helios. By my sunburn, I threw that creep into prison 3 times, and once into the ocean. The Resistance reports that Cartel's men disguise themselves as traders and commoners, then attack the city from within. Don't tell me it's too late to smack some holy justice into these guys. You'll get your chance. Cartel's forces are sacking Helios as we speak, taking innocents prisoner, allowing the Ashen Empire to seize the heart. Then let's get these heroes over there and get the heart of Ancaria back. It may be too late for that, but not for the people of Helios. Who will protect them if not for you? You're right. Not sure I can get everyone there in one piece anyway. Forget I said that. Что ж, дорогие друзья, начинаем. Я надеюсь, вы прочитали то, что там было написано, кому было интересно, так как я уж не стал читать, честно, мне было лень, и там все на русском, как бы. Ну, вы поняли. Значит, сейчас... Посмотрим, как тут стреляется. Ага. По-моему, этот чувак вообще круче легалайза стреляет. Легалайза. Легаласа. Легалайз. Довольно быстро херачит. Особенность управления, в общем, чувак стреляет, куда направлена мышка, стрелка, точнее, мышка, неважно, и стреляет, когда мы клацаем на мышку. Я так полагаю, чем быстрее, тем быстрее начинает стрелять. Хотя, наверное, скорость все равно ограничена. Ну да ладно, ну разваливает довольно мощно он мобов.
Что могу сказать по графике? В принципе, графика в этой игре неплохая. Мне нравится довольно. А, вообще, я люблю такие игры, где вот такой вот вид ходишь. Это, знаете, наподобие... Так, в чемоданах у нас что, золото? А, наподобие Диабло игры. Наверное, многие в детстве играли в Диабло. В моем детстве мы играли... я уж не помню, в какое. Во второе Диабло, в первое Диабло. Но во второе я, по-моему, не... Или в первое я не играл. И в общем, в какое-то я не играл. В общем, на, либо в первое, либо второе мы постоянно играли. И на то время это была довольно крутой игрой. Здесь... куча мобов, кучища, я надо отойти, отойду обратно, отталкиваю как могу, вроде держусь, ага. Схватить на Е, казнить на F. Ну, они, по-моему, вообще никогда не кончатся, мне кажется. Все. Все, да. Неужели? С них выпадает реген и золото. Я не совсем понимаю, для чего нужно здесь золото, но, по-моему, здесь, видимо, что-то покупать придется, либо прокачивать за золото персонажа. Также в ящиках может что-то валяться. Два регена. Так вот, играли мы в Диабло еще в моем детстве, и на то время это считалось очень крутой игрой. Она, во-первых, была очень популярной. Что-то я не могу здесь пройти. Все, начали. Это некие танки, которых нужно оглушать, а потом долбить. Также сверху, если стоя, мы не можем попасть персонажи, которые стоят внизу. Странно. Вот, казним сейчас одного из мобов. Так стрелять, по-моему, вообще бесполезно по ним. Попадаю. Что странное в этой игре, я заметил, если ты отбегаешь назад, то мобы, как правило, отходят, они не агрятся. Странно. Но по идее это правильно. Когда начнется какая-нибудь жопа, да, особенно сложным там, на самом сложном уровне, если играть, то... Если бы мобы с тобой бежали, а так как их много, мне кажется, было бы очень трудно пройти игру. Ну что тут? Вот когда стрела попадает вот в этих маленьких мобов, тут вообще куча какая-то, заряжаюсь, ударяю. Когда стрела попадает в маленьких мобов, они довольно так круто отлетают. Вот, наверное, плюс игре, довольно сделано все реалистично. Даже с такой графикой можно сказать, что реалистично они отлетают. Я имею в виду в плане физики, наверное, не графики. Вот. Ну, вообще, с первого взгляда игра мне понравилась. Я видел видео в интернете. Вот. Мне не очень понравилась она. Keep your eyes open for more treasure. Better you get it than the Empire. I'm just saying. Но
включив у себя на компьютере и начав играть, особенно на лучнике, на моем любимом персонаже. Не знаю почему, лучники мне очень нравились всегда. Ну, во-первых, к ним трудно подойти, они очень быстрые, а также скорость атаки у них быстрая, и то есть дэмэдж хороший. И, как правило, они сильны везде. Ну, конечно, для таких игр подходят больше танки такие, знаете, вот с топором, который негр стоял. Ладно, ладно, афроамериканец. Вот. Для таких игр подходят больше вот такие некие танки. На них проще просто проходить. Вот здесь мобы на меня почему-то агрятся. Но я их просто как из пулемета отстреливаю всех. Хиляюсь, отстреливаю. Да, лучник — это круто. Just wow. I'd read about battles, but I could never have imagined how badass you are. Way to go. Было бы круто, если бы открытые колодцы еще можно было залезать. Как в этом, в Диабло, по-моему, тоже есть такая фишка, всякие дыры, колодцы открытые, там залезаешь, там пещера, проходишь. Это было интересно. Так, ну что, опять у нас замес. Опачки, опачки. Босс, наверное, вышел. Всех боссов, или кто это, не совсем понятно. Как с ним бороться, тоже не ясно. Я буду, наверное, просто стрелять. Силовой прием. Непонятно, как делается. Удерживать Е там было написано. И лежать на нее. Не, ну это в натуре пулемет какой-то. Леголас просто отдыхает. А ты выйдел, видели? А ты выйдел еще раз. Практически получилось. Все, готов. Это... боевой маг пробуждения состоялось на нем. Я так думаю, что это... что это был не самый босс такой. Ну, понятно, что не самый, потому что это не конец игры. Что это такое? Опачки. Хил-хил. Вернулся за хилом. Так, ну что? Где у нас самый босс боссов? Ой-ой-ой-ой-ой. Домой. Домой, блядь. Я из доты, суки. Папка пришел делать нагибей из доты. Не, папка это не звучит. Звучит... звучит задрот. Вот. Задрот пришел... Не, задрот доты пришел делать на ГБ. Задрот, слово, мне всегда нравилось. Потому что... потому что задроты, они... всегда хорошо умели играть в что-либо. Также, к примеру, в Counter-Strike, в WoW, World of Warcraft. Везде, в каждой игре есть свои задроты. В том
кто сутками сидит и задрачивает. Проверяю, можно ли или нельзя туда спуститься. Никак не пускает меня игра в колодец. Также, я не знаю, то ли, по-моему, в начале этого не было. Мои стрелы то ли сами прокачались, то ли что. Но, в общем, они стали стрелять плюс искрым каким-то. Видите, обратите внимание. One more time. Вот, только сейчас вот искры полетели. Игра сделана довольно красочно. Вот эта вот анимация атаки крутая, атака крутая. Вот эти вот стрелы, искры, это, ну, достойно, достойно. Я, конечно, может, и не специалист в таких играх, но мне нравится. Не понимаю, как справиться вот с этой заразой. Так, удерживайте, чтобы зарядить мощный удар. Прицельтесь, отпустите, чтобы метнуться назад, который может разрядить ловушку. Разрядить ловушку. Две кнопки, я не понимаю. Почему три кнопки на мышке нарисовал? Ага. Все, погнали. Они вообще даже не успевают подойти ко мне. Леголас, не меньше. I enslaved these citizens fair and square. You have to fight my men for me. He's keeping people as slaves? That's just wrong. Attack the cage doors to break them out. Здесь что-то больно многовато. Повыходило мощных типов, которые хотят смерти моей. Валим отбившегося от стаи крайнего и уходим. Вот здесь сразу же загрелся до конца, уродец. Ну и вот таким методом придется их всех переубивать потихонечку, полигонечку. They're free, but be on the lookout for more civilians. Rescue as many as you can. Не испугался, на меня, думал, побежали мобы, оказывается, это мы людей освобождали из тюрьмы. Я хотел их начать атаковать, но они не атакуются. Так, ворота тюрьмы сломаны, 2 из 4, еще 4. Четверо. Ой, еще 2 ворот. В общем, 4, осталось 2. Вот эти танки меня больше всех бесят. Их очень трудно пробить. I like it. Взял и кинул.
Нельзя пройти сюда, я думал, можно, но... Так, это... Третьи ворота, получается, да. Управление у нас идет на клавиатуре. Took my slaves. I'll just use you to man my ships instead. Scurvy. Not as much fun as you think. You don't scare us. We'll clear the rest of your men and... What's scurvy? Лежал целый толпень. Не, конечно, лучником так нельзя драться. Лучник всегда должен стоять позади, настреливать, в крайнем случае отбегать и настреливать. Я их не вижу, просто стреляю, как бы. И они умерли. Благо, рейндж позволяет. Бегут, все бегут. Неугомонные смертники наши. За мной. О, it's destroyed. The temple that's burning? That's where the heart of Ancaria was kept. They stole our heart? Перевод немного. Men, fire at will. Give them a proper reception. Whoa, we did not sign up for artillery fire. Please take a side road and watch out. А не, не, нормальный перевод. Мне показалось, что с ошибками. Я не совсем понимаю, куда здесь идти надо. Я понял, что нужно уворачиваться от этих мест. The balcony collapse opened up a way out. This whole time, the enemy has been flooding in through this breach in the wall. Ugh. Think you can do something about it? Ну опять началось. Это мясо с мобами. You know what? You really harshing my gig.
Unfortunately, my elite guard can't wait to finish. Кстати, ребят, опа, вышел. Ой-ой-ой. Советую читать то, что написано справа в нижнем углу. Пишут, то баба, то мужик. Так как это все-таки даст вам некое понятие о смысле игры, что происходит в игре. Они не просто так говорят, мне кажется. Да как так? This whole time the enemy has been flooding in through this breach in the wall. Ugh. Think you can do something about it? You know what? You really harsh in my gig. Fortunately, my elite guard can't wait to finish. We're so close. That elite whatever is not so tough, right? До него даже не дострелиться, он прячется за мобами и стрелы, прежде всего, чем долетят до него, они попадут в мобов. Ну все, домой. You saved the city. Maybe you should also save the enemy camp, if you know what I mean. Сюда не пройти. Ну что, где же у нас развязка-то? Развязку хочу, давай. Okay, you're officially no fun. You beat my men, free my slaves, and now you're in my camp. Man, I'll pay one gold sack for each of their scheming heads. I've got a bad feeling about this. Опачки. Огонь. А знаете, что я еще думаю, что если здесь можно что-то покупать, если можно персонаж прокачивать, то это в конце, не знаю, в конце туннеля или в конце миссии здесь идет. Ой-ой-ой. Тролль в доспехах, не кормите его. Честно сказать, я надеюсь, что так его и закончит. Как бы... Ой. Что-то он больно зверь.
you're doing. Keep doing it. Вот этот тип похлеще Траксы херачит в доте, которая. Ну что, по-моему, ему... Ой. Скоро придет конец. You did it. It's over. Helios is saved. Thanks to your skills, the god's protection, and of course my amazing. Ну то все, ребят. Игра пройдена. Всем спасибо за просмотр. Да ладно, я прикалываюсь. Это, видимо, была первая миссия. И всем спасибо за просмотр. С вами был Намко. Удачи. И да, завершена миссия. Ставьте лайк, подписывайтесь. Бла-бла-бла. С вами был Намко. Всем пока.